Когда я впервые увидел его на экране, от него чуть ли не электричество исходило. Невероятная харизма. Он притягивал как магнит. Двигался так ловко, почти по-кошачьи. Я был в восторге. Его движения, позы, взгляд. Все говорило за него. Там были эпизоды, в которых ему даже говорить не приходилось. Никогда не отводи глаз от противника, даже когда кланяешься. Вот так. Первый международный проходил в Лонг-Бич, штат Калифорния. Брюс Ли был на нем гостем, и я стал для него своего рода гидом. Он продемонстрировал свое искусство еще до того, как встретился с обладателями черных поясов. В гостинице он мне сказал: «Можете использовать любые приемы, бить сбоку, сзади, а я буду бить прямо». Но это был не просто прямой удар, он вырубил меня скорее хуком. Он нанес удар сбоку. Легкость, с какой он это сделал, попутно во время удара, объясняя свой прием, меня поразила. Это было похоже на страшный сон, когда пытаешься, но не можешь убежать. Когда вышел Брюс Ли и показал свои приемы кунг-фу, это было невероятно. Такого я еще не видел. Потом он сказал: «Человек важнее любого стиля или системы». И я подумал, с ним бы потренироваться. Он опередил время. Он пришел на соревнования Эда Бархера в Лонг-Бич. На него смотрели, как на бога. Когда он отжимался на пальцы, стояла полная тишина. Он показал скорость, силу и свой дюймовый удар. Люди говорили, Брюс Ли – самый быстрый парень на Земле. Он делал все так реалистично, что никто не понимал, это представление или все по-настоящему. We'll be right back.
актером, мастером боевых искусств и человеком я стал только благодаря боевым единоборствам. Молиться. В таком положении вы и руки поднять не сможете. Верно. Можете меня пнуть или оттолкнуть? Нет.
Значит, чтобы выжить, что вам нужно сделать? Я не знаю. Кусаться. Кусаться? Мы же животные. Вы в норме? Ага. Сложно представить, что вот так можно использовать челюсти. Кусать, значит, да? Укус – это самый последний аргумент. Заранее не полагайтесь на укус. Ведь это прекрасный способ остаться без зубов. Надо запомнить. Если будете полагаться на память, то проиграете. Нужно опустошить сознание. Будьте без формы, будьте непостоянны. Как вода. Если налить воду в чашку, она примет форму чашки. Если налить ее в чайник, она примет форму чайника. Вода может течь, может бежать, может сочиться, может пробиваться. Друг мой, будьте как вода. А если он просто останется в лодке на поверхности воды и не упадет в нее? Когда бой? Завтра. Вы не готовы. Я знаю. Как и все прочие, вы хотите научиться побеждать. Но никогда нельзя исключать возможность проигрыша. Не исключая поражения и обучаясь умирать, можно от этого освободиться. Поэтому, когда настанет завтра, вам нужно раскрепостить свое эгоистическое эго и обучиться искусству умирать. И тогда, Майк, все срастется. Я тебе не мешаю. Побереги свои силы. Какой у тебя стиль? У меня? Искусство борьбы без борьбы. Искусство борьбы без борьбы? Угу.
есть только один Брюс Ли. Невозможно иметь другого. Если кто-то хочет стать Брюсом Ли, это невозможно.